Είναι πολύ μεγάλο το βιογραφικό του κύριου Βατσέλκο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα τουρισμού και γαστρονομίας. Κύριε Αλεξέη Βατσέλκο, ο λόγος εσάς. Please, give me mail. Κάποιος πρέπει να αλλάξει την παρουσίαση. We'll fix that in a moment. Καλησπέρα, αγαπητοί μου φίλοι. К сожалению, мое знание греческого языка ограничивается несколькими словами. Но у меня хватит запаса словарного, чтобы сказать вам, Христополи, за то, что пригласили меня участвовать в вашем мероприятии. Чтобы не вызвать вашего недоумения в моих выступлениях, я хочу сразу предупредить, что сейчас здесь перед вами не официальный представитель официальных российских структур, не эксперт по качеству и не консультант по бизнесу. И несмотря на то, что в моей визитной карточке вы сможете увидеть доктор экономики, я не практикующий экономист. Просто из трех моих университетских образований я преуспел больше всего в экономике. Кем может быть человек, который по жизни учился получить дипломы по искусству, по экономике, по юриспруденции? Спросите вы, да. Конечно же, журналистов, писателей. Да, я вот уже более 20 лет своей жизни посвятил туризму и гастрономии. Поэтому перед вами ресторанный обозреватель, эксперт и критик, главный редактор гастрономического журнала «Стол», эксперт-консультант ВАКС, Всемирной ассоциации честных сообществ, президент Международной лиги кулинарных экспертов, автор и ведущий гастрономических программ, телевизионных и так далее, и так далее, и так далее. Но именно эта моя работа позволяет мне вот уже много лет быть внутри гастрономической жизни не только России, но и всего мира. Я дегустирую блюда лучших ресторанов и составляю их рейтинги, участвую в профессиональных экспертизах продуктов питания на больших и маленьких предприятиях, отслеживаю технологические процессы на пищевых производствах в различных странах. И, конечно, принимаю участие в различных международных гастрономических фестивалях, специализированных продовольственных выставках. Именно поэтому я сейчас стою здесь перед вами и хочу, чтобы вы меня услышали. Я не буду демонстрировать вам графики, занимать ваше время подробной статистикой, скрупулезным анализом ситуации. Уверен, что мои коллеги, спикеры, это вам еще продемонстрируют, расскажут и покажут. Я поделюсь своим опытом и знаниями. Во-первых, начнем немного о России. Думаю, нет необходимости здесь и сейчас обсуждать все политические проблемы и взаимоотношения правительства Российской Федерации и стран Евросоюза, которые привели к различным санкциям и ответным контрсанкциям. От которых, поверьте, в той или иной степени страдают обе стороны. К моему большому сожалению, в настоящий момент это неплодотворная и неприятная, но реальность. Такова существующая ситуация, в которой нам всем приходится жить и работать. Все это касается и взаимоотношений с Грецией, в том числе и на продовольственном рынке. Ну да, да, поверьте, россияне как любили, так и продолжают любить тысячелетнюю богатейшую культуру Греции, в том числе ее неотъемлемую часть греческую гастрономию. Подтверждением этого является неуклонный рост туристического потока России в Греции. Причем во время своего отдыха в континентальной Греции и на островах
россияне предпочитают наслаждаться исключительно местной кухней. И по возвращению в Россию ищут рестораны, чтобы снова и снова найти полюбившиеся им блюда. Гирос, шиваки, кусаку, задзики и так далее. Вот смотрите, один факт, который говорит о популярности греческой кухни во всех ресторанах России, независимо от того, какую кухню они представляют, свежий салат из овощей, зелени и сыра называют исключительно греческий салат и никак иначе. Естественно, также является желание россиян готовить эти блюда у себя дома, используя традиционные и автохтонные греческие ингредиенты. И вот здесь они сталкиваются с проблемой отсутствия необходимых национальных греческих продуктов. Их просто нет на полках в ритейле. Но вот какой парадокс. Большое количество греческих продуктов предлагают российские онлайн-магазины. В них представлен ассортимент овощных и фруктовых консервов, паштеты, джемы, макаронные изделия, напитки, сладости, специи, натуральная косметика и, конечно, оливки и оливковое масло. Причем, как в варианте, да, для домохозяйств, так и для хорики. Причем, обратите внимание, что пишут на сайтах в качестве аргументов в пользу греческих продуктов. Я цитирую. Греческие продукты питания заметно отличаются от других продуктов питания, производимых в Европе, и по качеству, и по цене. В Греции нет таких больших поточных линий, как в других странах, поэтому продукты питания производятся в первую очередь, как для самих греков, и это определяет высокие требования к качеству. Есть много более дешевых, похожих товаров, но сделанных не с такой заботой и любовью. Во всем мире работают тысячи греческих тарелей, потому что греческая кухня – это культура еды. Блюда готовятся исключительно из свежих и натуральных продуктов. При этом существует множество секретов, нюансов и оттенков вкуса, которые придают блюдам греческую индивидуальность. Пока россияне, за исключением туристов, мало знакомы с греческой кухней, это все пишут на сайтах. Это в том числе, к сожалению, внимание, проблема греческих бизнесменов, которые пока не знают России и боятся открывать греческие рестораны и продавать греческие продукты. Продукты из Греции пропитаны энергией солнца и земли, они выращены с любовью и несут огромную пользу вашему здоровью. Вот это написано в сайтах. Согласитесь, это настоящий гимн греческой продукции, и это показывает отношение россиян к ней. Это, как я уже говорил, речь идет об онлайн-магазинах. В реальном ритейле, к сожалению, дела обстоят абсолютно иначе. Греческих продуктов практически нет на полках магазинов. Даже на полках с оливками и оливковым маслом они абсолютно проигрывают продукции из Италии и Испании. Точно так же, как нет в России фестивалей греческой кухни, греческих вин или греческих олив и оливкового масла. Первая и последняя попытка проведения греческого фестиваля была почти 4 года назад. И все. В то же время, как по всей России, а не только в Москве, проводятся ежегодные фестивали итальянской, французской, венгерской, немецкой, японской, китайской кухни и так далее. Организуются десятки винных саммитов, сотни дегустаций и презентаций напитков производства самых различных стран. В прошлом году, несмотря на санкции, знаменитый World Pasta Day впервые прошел в Москве. Каждый год торговые представители различных стран организуют специальные поездки для продвижения собственных товаров и их производителей. Департаменты сельского хозяйства и продовольствия Франции, Германии, Италии, Мексики, Бельгии, Болгарии, Венгрии, консорциум по качеству оливкового масла Италии, про Чили, отдел Министерства иностранных дел Чили по развитию экспорта и так далее, приглашает заинтересованные компании, специализированную прессу в эти поездки. Именно это и называется продвижение собственной продукции для экспорта и продвижение производителей. Причем, внимание, большинство подобных мероприятий организуется не государственными структурами и не на государственные средства. Руководство отдельных компаний или групп компаний, понимая необходимость продвижения собственной продукции на таком необъятном рынке, как Россия,
организует подобные мероприятия, фестивали, дегустации и поездки. Естественно, получает необходимый результат. То же самое происходит и со специализированными продовольственными выставками. Ежегодно в России проходит сотня продовольственных выставок, ярмарок, форумов и так далее. Только в текущем ноябре в российском календаре выставок более десятка продовольственных. К сожалению, греческие производители – редкие гости на этих мероприятиях. Например, на последней крупнейшей выставке «Продэкспо» из 2200 участников греческих было только 6. Для сравнения, такое же количество экспонентов прилетело с другого конца света – из ЮАР. И напоследок, небольшой урок экономической географии. Российская Федерация – самая большая в мире страна. Ее площадь равна 130 Греции. Реальное количество жителей Москвы в два раза превышает все население Греции. И это большой потенциал для самых крупных экспортных предложений. Но не вся экономическая жизнь страны и ее продовольственными потребностями и запросами аккумулируются в одной только Москве. Кроме Москвы, в России почти 20 городов с населением больше миллиона, с десяток городов, где население подбирается к миллиону, и сотни городов с населением около 100 тысяч. Вот это действительно глобальный рынок со своими в настоящий момент абсолютно неудовлетворенными потребностями продовольственными и огромный потенциал любых экспортных предложений. Рынок, который готов принять, освоить бесконечный объем качественной продукции. Поэтому не бойтесь выходить на этот рынок, если вы уверены в своих силах и в качестве своей продукции. Российский продовольственный рынок открыт для вас. Вот теперь я хочу перейти и поговорить на тему участия в выставках. И здесь все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Не знаю, делали ли мы коллеги до меня подробный разбор всего этого. Я по-гречески не понял часть выступлений. Но это настолько важный вопрос, что можно будет повторить. Итак, главный вопрос для главного бизнеса, для любого. Нужно ли ему принимать участие в выставках? Обратите внимание, я хочу, не хочу ли я, а нужно ли мне принимать участие? Я, конечно, говорю о экспонентах. Мы все прекрасно понимаем, что участие в выставках – это демонстрация продукта, реклама и продвижение бренда и собственной продукции, поиск новых партнеров, поиск новых рынков сбыта, ориентация на рынки, прямой контакт с покупателями, контакты с прессой, ну и анализ сегмента рынка. Внимание, затраты. Аренда площадей стенда, оплата команды стенда, выставочные образцы, транспортировка, билеты, командировочные расходы, гостиница, затраты времени, спеццены для выставочной продажи, подготовительные работы и так далее. Да, мы прекрасно понимаем поговорку, даже Rolls-Royce нуждается в рекламе, но прежде чем принять решение об участии, ответьте себе на главный вопрос, который я уже озвучил. Нужно ли это вам? Каждый из вас бизнесмен должен понимать, какую выгоду он получит от участия и получит ли. Причем я говорю даже не о тех расходах, о которых я только что упомянул, которые вы понесете, участвуя в выставках. Я говорю о более глобальных вопросах. Зачем? Ведь участие в международной выставке – это всегда желание выхода на экспортный рынок. Поэтому ответьте себе на самые главные вопросы. Готовы ли вы, в принципе, выйти на новые рынки? То есть у вас остаются невостребованные излишки продукции, или вы в состоянии увеличить производство, расширить ее ассортимент. Является ли ваша продукция конкурентоспособной в своем сегменте? Особенно это важно, когда речь идет о зарубежных рынках. Готово ли ваше производство работать в новых условиях? Насколько ваши производственные площади, оборудование, контроль качества в состоянии отвечать новым условиям и международным требованиям? Готова ли ваша команда работать в новых условиях? То есть, в первую очередь,
готовы ли ваши работники выпускать продукцию конкурентоспособного мирового качества? А также, у вас уже есть или вы готовы принять на работу профессионального маркетолога, экспорт-менеджера со знанием иностранных языков, работающего с международными контрактами и готового к международным командировкам, юриста и главное, готовы ли вы вложить средства, зачастую немалые, для того, чтобы заняться экспортом? Ведь это дополнительные рабочие места, дополнительные закупки, дополнительное оборудование и, возможно, дополнительные производственные площади, расходы на сертификацию, контроль качества, логистику, новую упаковку, рекламу, продвижение и так далее. Вот это только та часть вопросов, на которые должен ответить сам себе бизнесмен-производитель. И если вы ответили на эти вопросы утвердительно, тогда добро пожаловать на международный торговый продовольственный рынок. И тогда ваше законное место на международных выставках продуктов питания, участие в которых может стать вам вашим первым шагом на этом рынке. Конечно, плодотворное участие в выставках – это отдельная серьезная работа, которая состоит из правильной и скрупулезной подготовки, конструктивного участия и продуктивного использования результатов этого участия. Обо всем об этом вам уже рассказали мои коллеги-эксперты. А у меня к вам просьба. Слушайте их очень внимательно и не повторяйте тех ошибок, которые делают ваши коллеги-экспоненты. Тех самых ошибок, которые я увидел здесь, в Филэкспо, на Детроп этого года. Предоставляйте организаторам самую полную и подробную информацию о вашей компании, которую они могут ввести в каталог экспонентов. Таким образом, вы сможете привлечь необходимых вам байеров и иметь конструктивные встречи, не тратя время на ненужное общение. На международной выставке всегда будьте готовы к предложениям по экспорту. Как оказалось, у многих участников не было ни необходимых сертификатов, не представители за пределами Греции. Готовьте своих представителей на сценах очень тщательно. Как выяснилось, многие были не готовы подробно ответить на многие вопросы байеров о продукции и производстве. И помните, любая международная выставка предполагает присутствие зарубежных байеров и интернациональное общение. В этом году на некоторых стендах не было даже англоговорящих представителей. И напоследок небольшое замечание для организаторов выставок. Как представитель медиа-сообщества не могу не выразить... Не могу не выразить свои недоумения тем фактом, что лишь немногие из организаторов продовольственных выставок имеют не только программы Hosted by, но и программы Hosted Media. К сожалению, они делают большую ошибку, не придавая значения тому факту, что публикация специализированных СМИ играет большое значение для повышения престижа, продвижения самих мероприятий и их участников. Я надеюсь, что эту ошибку они исправят в ближайшее время. В заключение моего длинного выступления я хочу сказать, что с огромным удовольствием буду приветствовать всех присутствующих здесь на международных выставках по всему миру, в России, и, конечно, надеюсь увидеть их в будущем году на Детроп 2018. Все.